дороже, но, честно, я хотел бы похвалить ребят, они здорово оттанцевали. Красавец, 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 добежал, все сделал. Настроение было изумительное, просто изумительное. Пронесся. Поддержку, молодец, все сделал, очень хорошо. Молодец. Переворот сделал, хорошо, плохо. Дождался спокойно и пошел. Стильно, хорошо, отсюда разогнался. Слышал, что немножко опаздывал по мосту, не спешил. Молодец. Потому что потом не надо. Знает, катание Иры нас восхищает! Очень хорошо, и по темпу хорошо, по плечам хорошо пошел, в поддержку. Мне все очень понравилось. Молодцы. Молодцы. Катались очень хорошо. Другие были. Не похожи на себя. Ирина Лобачева, Владимир Шевельков, оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,98 балла. Ну что ж, еще раз мы услышали прекрасный голос Муслима Магомаева. И увидели замечательное катание Иры и Володи. Сережа, что скажешь? Замечательно. Я увидел здесь Москву, увидел радость, какую-то весну. Спасибо большое. Поздравляю. Я вот хотел сказать, что сегодня замечательный вечер. Он стильный. Наверное, в первую очередь потому, что выбрана такая музыка. Музыке этой много лет. И главное чувство, которое возникает от всех номеров, и в частности от последнего, звучала какая-то такая музыка, такое ощущение, что люди больше влюблялись, больше доверяли друг другу, были более открытыми. И это вот сквозит в каждом номере. Есть какая-то невероятная радость, что ты жив, что ты можешь влюбляться, что у тебя есть друзья. Этим было, наверное, пропитано то время, этим пропитан сегодняшний вечер, и я думаю, что это то, что нужно сохранять в себе и дарить людям, что сегодня и получается. Спасибо. Спасибо, Леонид. Татьяна Анатольевна. Катались очень хорошо. В первой половине была небольшая у Володи ошибка. Беговых вот здесь. Меня это сбило, поэтому я поставила за технику 5-9. И, конечно, многому научились, но все-таки немножко надо выпрямиться. Немножко надо выпрямиться. Чуть-чуть, не головой. В каком месте, Татьяна Анатольевна, не выпрямиться? Ты думаешь, в ногах? Я думаю, что в ногах надо сесть, а в спине выпрямиться. Ну-ка, Марат, подсядь. Ну-ка, спинку сделай ровно. Поехал. Вот именно, молодец. Покажи, как надо. А как было? По-моему, так и было. Вот. И я думаю, что вот здесь одна провозка, которая была первая. Не вторая, когда Ира уже головой легла вниз и делала сложную вещь. А вот здесь первая. Она напоминала последнюю. И я бы здесь разнообразила. И это тоже, так сказать, мне в первой оценке, в технической, так сказать, да, я понимаю, что это может быть стильно, потому что в это время в садах и парках в то время именно катались вот в этой позиции, вот так, я понимаю, да, Илюш, ну, значит, это, может быть, надо было немножко подольше выразить, потому что здесь это было раз, два, три, и поза была снята, она была, как бы я старалась уловила что-то, но, в общем, 5-9-6-0. Это очень высокие оценки. Ребята, какие же вы классные, какие вы стильные, с каким настроением, с каким... вообще, как озорно, как по-честному выполнили домашнее задание. Всех порадовали, особенно порадовали меня, потому что я у вас нашла одно движение, которое я уже могу выполнить. Это вот это вот, на льду и в коньках, вот так. Та-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та. А что ты смотришь на меня? Ты тоже давай так. Та-та-ра-та-та-та. А ты что? Та-та-ра-та-та-та. Так, ну ладно, это кроме шуток, да? 1-5-9, надеюсь, вам настроение не испортит. Нет? Нет, все хорошо. 5 минут полет нормальный. Космонавт. Заправленный.
Карте. Вот ты знаешь, у меня такое ощущение, что Татьяна Анатольевна к тебе неровно дышит. И вот она тебе 6-0 просто так не отдаст. М? Ничего, это наш петербургский привет Москве. Молодец. Как сказал, да, Татьяна Анатольевна? Татьяна Анатольевна держит, наверное, все шестерки на финал нам. Нет, я не держу, я сказала, я буду ставить 6-0, когда мне очень понравится. Ну, значит, мне не очень понравились, но бывает. Вы понравились. Но не очень. Стараться надо, Ира. Ир, вот по твоему ощущению, неужели одно покачивание твоего партнера могло привести вот к 5-9? Ну, на самом деле, сейчас, насколько я видела, все очень хорошо работали, очень хорошо катались. И, наверное, на фоне всего одно покачивание может привести не только 5-9, можно привести вообще к финалу. Нет, если ты что-то не заметил, то я... Вы знаете, когда мне не нравится, я 5-0 ставлю, легко. Да, Татьяна Анатольевна, у вас нарваться можно легко. Знаем. Да, просто здесь некоторые падали, а им ничего. Я просто что-то не то сказала. Свидетелей куча просто. Ну вот и все. Спасибо вам большое. Удачи. Пока.